Дмитрий Фомин известен нам как светленький из хай-фай. При этом он уроженец Новосибирска. И до своей карьеры поп-звезды прошел непростой путь. От врача-педиатра до любимчика всех девчонок. Митя Фомин – популярный музыкант, бывший фронтмен группы Hi-Fi. Сейчас он занимается сольной карьерой и до сих пор считается одним из самых востребованных отечественных исполнителей. Все будет хорошо. Ла-ла-ла-ла-ла, куда бы ты ни шел. Направо трудный бой, налево мир пустой. Но будь самим собой, и все будет хорошо. Родной город Дмитрия – Новосибирск. Здесь он родился в январе 1974 года. Семья была интеллигентной. Отец – доцент, а мама – инженер. Поэтому о карьере артиста наш герой изначально даже не задумывался. Когда пришло время выбирать профессию, то на тот момент это была школа. Это был на пороге там 9, 10, 11 классов. И я сказал родителям, что я буду ветеринаром. Дело в том, что я был и юнатом Новосибирского зоопарка. И вырастил не одно поколение собак, морских свинок, аквариумных рыбок, ежей, ужей, там всего, что двигается, шипит и скворчит. И мне казалось, что это очень естественно ухаживать за живым существом. И, соответственно, я думал, что я пойду дальше по этому пути. На что мне мама сказала, что не ветеринаром, а врачом. В 98 году наш герой перебрался из Новосибирска в Москву. И здесь познакомился с музыкальными продюсерами. Шоумена искали вокалиста для совершенно нового проекта. И Митя подошел по всем параметрам. Все свое творчество наш герой публикует в интернете. С последними синглами можно ознакомиться на его YouTube-канале.